Макс, мы с тобой давно уже видео не снимали, когда времени не было и много дел было. У меня машинки хорошие не было. Машинки хорошие не было. Аутлайнер, который у тебя был, он у тебя практически 2 года работал, работаешь им, и ты сказал, что очень много им работаешь, вот и пришел ему конец. И да. Где-то через 2 месяца, сколько ты уже машинку эту купил? Месяц. Да не, чуть раньше, 15 дней примерно. Да, где-то так. Да. Чем отличие от аутлайнера и слимлайнера? Аккумулятор месяц. Ну, несмотря на то, что там аккумулятор, а здесь... самое главное, то, что она роторная. Она работает без сбоев, четко, корректно, ровно. А по ножам они одинаковые? По ножам все одинаково, что там, что там. Перенастраивается. Перенастраивается, да? Да, это я тоже перенастроил. Первым делом то, что ты купил мне машинку, коробку открыл и сразу перенастроил ножевой блок? Да. Да? Сразу же. Кстати, а разве окантовочная машинка можно массу снимать вообще? Ты ж видишь. Легко снимаю. Для меня это пушинка. Масса это как пушинка. По зарядке, как тебе? Ни разу такого не было, что она села. Ну ты вот сейчас постриг человека, я поставил сразу на зарядку, да? Да, 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 батарея литиевая. Да, там не имеет разницы, она там позволяет. Без химических памяти, да. Насадками пользуешься кто-то? Нет. Нет? Нет. Для бороды не пользуешься? Я пользуюсь, конечно. Не все ж любят бритвы. И машинка кайфовая, кстати. Очень. Я ее перенастроил на 0,1. Там где с завода 0,2 миллиметра? 3 где-то. 3? Угу. Ну, в описании книжки написано 0,1. Получается гораздо короче, если перенастроил. Сам перенастраивал? Я, да. Вообще лучше обратиться сразу к специалистам. Почему? Потому что можно настроить так, что будет резать клиента. Кусаться может. Я тебя понял. Почистки ножевого блока. Вообще проблем нет, все легко, просто. Ты после каждой стрижки или после работы? Чистки. После каждой стрижки. Смазываешь так же? Конечно. Машина кайфовая. Очень-очень. Честно, я давно не видел такое. Просто перед перенастройкой она так не работала. И он, например, если ты покупаешь и не перенастраиваешь, он тоже так же снимет, но больше волос оставит. Ну да, не знаю. Но все равно повлияло это еще и на ее шустрость. То есть она шустрее стала работать. Чистота строгая машина? Да. Understand. Короче, не только бритва. Не, потом идет шейвер, а потом бритва идет. Нет. Сначала идет шейвер. Бритва, а потом шейвер. И бритва оставляет. Бритва же идем по росту. Подожди, а у тебя еще мозеровский этот остался, который идет в жизни? Да. Ничего себе. Ну что, довольны? Да, отличный аппарат. Анди там, где твой Анди? На зарядке стоит? Анди это общаковый. Общаковый? Ну да, да. А, я понял. У меня свой, лично, я за ним слежу. Ну, я помню, у тебя на втором барбере был, там барбершоп. Ну, тут тоже общиков. Там тоже есть сам нужно. Кстати, заряд не упал на шею, да? Нет, нормально. Помню, ты первый раз очень кайфовал. Ну, его просто заряжать надо долго. Его на ночь можно оставлять часов на 9, так. Можно работать практически. Он потом работает без проблем. Дня 2. Дня 2? Ну, не все стрелятся шейверами. Можно неделю им работать на одном заряде. Там. Одна стрижка в день. И после стрижки сразу чистишь, да? Конечно. Ну, я не чищу, у меня есть специально обученный человек, который... Как его зовут? Илья, можно Яшей называть, можно Кеша. Он не обижается. Это человек, который там сидит? Да, стажер. А как я помню, уже кто-то уже стажирует, кстати.
Где-то месяц, да, если не будет? Ну да, где-то так. Твой новый работник будет? Будет, да. Очень целеустремленный человек. Людей стрижет? Ну, портит, я бы сказал. Портит? Пока портит. Людей стрижешь? Сколько вчера человек испортил? Одного. Одного испортил? Книга жалоб есть у тебя здесь? Нету? И ножницами будешь работать, да? Да. Кстати, что там машинка Вахо? Межиклип. Отлично. Самая ходовая и самопродаваемая. Самая моя любимая машинка. Если кто не знает, я работаю эту машинку. А вот все насадки. Где-то уже 2 месяца, если не больше, да? Где-то 2 месяца пользуется. Чем? Вахо, Межиклип. Да, больше. Больше? Да, не, больше нет. А куда ты белую делал машинку Вахо? Продал. Своим же? Ну да. По низкой цене. А мне кажется, кстати, Аня быстро управился бы. Согласен? Так же. Просто там на Андис... Я тебе скажу просто одно, то что Андис классный, когда он новый. Когда новая сетка, заводская сетка. Как только ты начинаешь их менять, их, я не знаю, то ли в Китае штампуют, то ли где-то в Балабино у нас. Просто они некорректно работают. Очень громко. Надолго их не хватает. Так может, как на... мы не меняли только и... Послушай, может на живой блок надо поменять? И на живой блок меняли. В прошлый раз мы менялись на живым блоком. Сетку ты мне брал. Сетки на живой блок я брал у тебя. Все, ничего не помогает. Он просто орет, как дурной. Ну, стрижу. Ну, может, уже срок службы, он уже все-таки работает массово. Тем более, ты же его по кругу пускаешь. Без отдыха, можно так сказать. Что ты хочешь? С отдыхом. Ну, стрижи так, где не дело. Тем более, там нечего смазывать, понимаешь? И надо же... А ты по кругу ее пускаешь. В день сколько стрижек он делал? Ну, уже 5 точно. Кстати, вапоризатор достали уже? Что? Вапоризатор достали? Пользуйся? Ну, конечно. Я... Больше зимой для черной маски подходит идеально. А так мы его... Здесь или в другом салоне? Здесь. Китаю. За неделю 4 или 5 штук ушло. Вапоризатора. Только не такие, а чуть больше. Больше, которые повыше. 3200 он у тебя на сайте стоит. 3200 и заезд еще за 3500. Эти машинки в дуэте хорошо работают. Между триммером и Мэджиклипом особо небольшая разница. Просто придется тушануть еще потом триммером Андис. Угу. Линии вообще не останется. Самый минимальный, сколько он снимает? Вахо Мэджиклип. Где-то 0,3.